Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Play. Сегодня у нас на просмотре, на обзоре игрушка Paradise Lost, как потерянный рай, типа того. Искал что-нибудь новенькое, что-то, бля, вообще не хотел материться, но не выходит вообще практически ничего, кроме какого-то говна. И вот это увидел, в принципе, она мне как бы изначально понравилось. Я не видел ни обзоры, не знаю, о чем игра. Я увидел симулятор ходьбы, я посмотрел скриншоты. Один обзор, там комментарий в Стиме есть на нее. Говорят, что в целом неплохо. Мы сегодня посмотрим, как обычно, немножко коротенько, может быть, в полчасика. Если это примерно то, что я себе представляю. Бункер. Функция. Я так понял, что это симулятор ходьбы, как написано о том, что ни вправо, ни влево, по-другому никак. Сюжет, чисто сюжет. Посмотрим, что за сюжет. Вроде бы как сюжет. Что хотел сказать? Вроде бы как сюжет должен быть интересный. Это вроде все происходит после апокалипсиса, где, опять же таки, содержание я не читал. А можно как-то это, блядь, что происходит? Спасибо. Пожалуйста. Видишь, какая культурная игра. Сразу тебе спасибо. Я включил джойстик. Потому что если здесь нет перестрелок и прочего, будет вполне нормально и комфортно поиграть на джойстике. На геймпаде, простите. А то закидает меня тухлыми помидорами. Если действительно игра такая бродилка в стиле детектива и с неплохим сюжетом, она может мне понравиться, и мы можем ее пройти. Ну, а если нет, то не будем проходить. Посмотрим сегодня. Если я не пойму, понравилось, не понравилось, еще пару серий глянем. Если нет, то забьем на нее хрен. Не будем тратить на нее время. Бля, я не посмотрел субтитры. Включил, не включил. Ну, по идее, я думаю, что должны быть включены субтитры. Не надо пропускать. Клавиатуру подальше подвину, зацепил. Ну, пока мне катсцена нравится. Опять же таки, игры в диапазоне до 500 рублей я не расцениваю как какие-то невероятные дорогие проекты. Вот, поэтому я думаю, что их нужно оценивать с точки зрения именно работы не крупной компании. Если тут еще и сюжет бомбический, так почему бы и нет? Отрицание. Громко. Сейчас, одну секунду. Параметры. Довольно-таки странное здесь меню. Раскладка. Так, что тут? Динамическое разрешение, качество. Сглаживание. Ну ладно, пошли. Ладно, пошли. А есть фонарь? Если что, он зажигалку пытается зажечь. Не плачь, сынку. Не плачь, сынку. Я тоже боюсь темноты. Вот как мы с ней боремся, видишь? А чё, блин?
А теперь мамочка сделает так, чтобы тебе было тепло и уютно. Только убери игрушку. Ладно. Скоро станет тепло. Никто не любит холод, да? Действительно. Может, когда ты станешь большим и сильным, зима кончится? Как думаешь? Да, я так и думала. Никто не знает. Надо просто жить день за днем. Бля, почему? Я говорил тебе, что ты очень смелый. Я слишком редко тебе это говорю. Думаешь, я зануда, а? Все мамы зануда. Попробуй уснуть, малыш. Да почему субтитры съехали? Какой бы темной ни была ночь, всегда за ней всегда наступает утро. Чего за ней всегда наступает утро? Да я не хочу спать. Мы хотим поиграть. Игрушка вышла только сегодня. Я думаю, что сегодня я ее и выложу. Через пару часиков отрендерится, все обработается. Ага. Сохранение. Я надеюсь, Крымаков тут, бля, не будет. И убегать не придется ни от кого. Пока ничего мне не дают. Я кнопки перетыкал на геймпуде. Так, есть туда проход. Это что такое? Пулемет? Это бункер, походу, дела. Ну да, типа, если мышкой, можно побыстрее. Но я такой, типа, на джойстике. Немножко медленнее это все происходит. Можно осмотреться. А взаимодействовать, выйти. Боюсь. А есть как-то это? Во. Боюсь, дисциплина продолжает падать. Мои люди беспокоятся. Полагаю, они догадываются, что их обер-лейтенант знает не больше, чем они. Я понимаю, что наша миссия совершенно секретна. Однако мы, возможно, являемся самой подготовленной боевой единицей немецкой армии. И при этом наша задача по-прежнему остается для нас тайной. Мы сидим на груде винтиков, пушек, гранат, счетчиков Гейгера и самых современных устройств, которые никогда не проходили испытаний. У нас есть даже сверхсовременная система связи, но мы не получаем никаких сообщений. Когда же мы пойдем в атаку? Понятно. То есть, с чем мы играем за немцев? Я так понял правильно, да? Есть лопаты. Так, есть еще один какой-то кабинет, комната. Это, очевидно, какой-то военный бункер. Раз тут такие записки, туда пройти мы не... Блять. Не можем. Тут еще какие-то письмена. Так, давай сейчас сначала посмотрим. Да, это пулемет. Автомата-пулемет. Так, ну-ка. Икс. Доклад патрульного. Дата 16 апреля 1960 года. Место Гозельфшафт, Краков. Координаты и так далее. Офицер связи. Старший гренадер Йорк Кеслер. Я был направлен на уровень 00 в 0942 с целью патрулирования люка 061В, самого северного входа в убежище. По прибытии к двери убежища я, как обычно, не обнаружил никаких изменений. Дверь была опечатана, нарушителей, как и прежде, не обнаружено. На чем я завершаю свой ежедневный отчет, который, разумеется, никто не станет читать. Хорошо. Что это? Пока что подукачивает. Слишком как-то близко. Слишком крупно и близко. Кто пыхтит? Сейчас, одну секу. Полазил я по настройкам, посмотрел, есть ли там какой-то угол обзора, потому что, блин, очень близко. Такое ощущение, что у него руки и шеи растут. Так, и... Вообще, ебать, нихуя не видно.
Я думаю, что все же, наверное, удобнее будет побегать на клавомыша, потому что прям вот вообще... Ну ладно, пока поиграем так. Посмотрим, что к чему, кто сопит, кто пыхтит, нихуя не ясно, непонятно. Так, а башкой ты тут не вертишь, только вперед, ладно. Я так понимаю, что мы вообще за пацана за какого-то играем. Дурак. Опять воспоминания. Что это было? Что случилось? Все в порядке? А, выбрать? Ничего, он упал. А как выбрать-то? А, он упал. Ничего. Ничего, да, за пацана играем. Очень даже чего. Ладно, ты принесешь винт или нет? Винт, ты колешься? Он сломан. Почему ты мне не сказал? Мам. Кто это? Никто. Ты понял? Никто. Видим, батя его. Так, мы прошли. Ага, все. Куда-то вглубь и вглубь идем. А почему же, мне кажется, это минус второй этаж, да? Для фашиста. Минус второй этаж, а все еще вьюга. Сохранение. Так, кофейники. Кстати, вот этот гейзерный чайник удобная штука. Для того, чтобы варить кофе, не убегает. Как из турки. В свое время прям пользовался. Так, и... Здесь ничего нет. Я прям... Ну, пока я как понял, я прям сильно вглядываться не буду, потому что... Те предметы, с которыми можно взаимодействовать, на них кружочек. Вот. Видишь? Ну ладно. Странное включение, но мы включили свет. Так, я так понимаю, что это фашистский бункер. Ага, есть какая-то кнопка. Выбрать. А переведет мне кто-нибудь, блядь? Ага. Ладно. Это была тревога. Тревогу отрубили. Так, там что есть? Там тоже что-то есть. Свет загорелся, и можно... Давай с верхней начнем. Так, тут ничего не работает. Тут такая же херня. Ничего не работает. Извиняй. Ну вот посветлело, стало получше видно. Тут есть что-нибудь? Здесь ничего не можем сделать. Ну пойдем тогда туда. Я специально сразу сюда не заходил, потому что тут охуеть какое огромное пространство. А что, поезд работает, да? Или он это... В башке у него разыгрался. Он один остался или мать тут? Лаустег. Или Фаустег, если я правильно понял. А что произошло? А, лифт. А, я думал, это и есть лифт. Осталось привыкнуть к управлению, ну ладно.
В принципе, я думаю, что если чуть-чуть привыкнуть и, блядь, сесть в другой конец комнаты, то в целом будет неплохо это все выглядеть. Давайте немножко сделаем. Раз. Ага. Так, и... Колючая проволока. Сохранение. Так, они тут фоткались. А может, еще что делали? И... Я так подозреваю, что чувак один остался. А ты бегать умеешь? Ну ладно, пока не научили, значит, не надо. Симулятор ходьбы. Прыгать вниз. Я предполагаю, что все-таки игра больше коридорная. То есть нас будут направлять, куда можем идти, куда не можем. Можем проходить там, где надо. Не можем проходить там, где не надо. Не знаю, пойдем. Хотя, с другой стороны, если это симулятор ходьбы, то какой тут бег? Надо было тогда называть это симулятором бега. Ага. Так, братан, ты как зажигаешь свои эти... поджигалки? Так, здесь ничего нет. Тишина, пустота. Ничего. Тоже ничего. Так, нам надо, значит, скорее всего, пройти сквозь вагон. Чемодан. Чувак, если тут не так много людей, может, посмотрим, что в чемодане. Так. И что же мы здесь имеем? Это поворачиваешь это? Так, это он приближает. Подожди, стой. Возьми. Обрывок. Не, он не поворачивает и никак не читает. Ладно. Там что, Сиги? Тут закрыто. Нам сюда. А, надо до упора. Так какая-то писуля. Дорогая бабушка, ты не поверишь, кто едет со мной в поезде. Грета Мюллер. Ты совсем недавно ставила мне ее запись. Она такая элегантная. Мне хотелось с ней поговорить, но у нее свой собственный вагон. И в него никого не пускают. Ее тут есть карикатурист из газеты, которую ты всегда читаешь. Он даже нарисовал мне фюрера. Но мне кажется... Геринга, он нарисовал стройней Геринга, чем на самом деле. Для меня большая честь ехать в одном поезде с такими талантливыми людьми. Мне так жаль, что мы не попрощались. Они пришли, когда тебя не было, и были такими грубыми и нетерпеливыми. Я такого не ожидала. По крайней мере, они обещали передать тебе мое прощальное письмо. Надеюсь, ты его получила. Люблю тебя, Аделла. Соответственно, если оно лежит здесь, значит, никто никакое письмо не получил. Так, ну ладно, полезли дальше. Я так понял, что мы сейчас через эту всю станцию поездов должны пройти насквозь. Так, есть туда проход, есть сюда проход. Пойдем туда, там дверь закрыта. Тут светло, хорошо, ладно. Ну так, на самом деле, пока выглядит атмосферненько. Пока ничего не могу сказать именно про игру, как, чё, почему. А всем поселенцам доводим до вашего сведения, что в Гезельшафт каждый из вас может взять с собой только один чемодан. Все дополнительное имущество по прибытию будет уничтожено. За исполнением данного правила следит Главное управление ИСС по вопросам расы и поселения. Исключений не предусмотрено.
Вы ебучие эсэсовцы. Так. То, что мы должны были здесь найти. И как? Во. Вертит все-таки. Бля, как-то очень тухловато, конечно, но вертит. И? Нахуй. Какой в этом смысл? Может быть, он и есть, конечно, но он дальше руку не поворачивает. Бумажку почитали. Идем в другой вагон. Тут что-то особо не было ничего. Только распоряжение от эсэсовцев, что нужно взять с собой только один чемодан. Вижу еще один чемодан. Опять флешбеки. Я ухожу. Ты меня слышишь? И ты меня не остановишь. Я не хочу провести здесь всю жизнь. Мамо? Ты в порядке? Ты в порядке? Мамусю? Мамусю стало не очень хорошо, видимо. Так, этот чемодан мы открыли для того, чтобы словить флешбэк. Пойдем дальше. Итак, господин Бахгубер, обращаюсь к вам с просьбой. Я понимаю, что это больше не мое дело, поскольку все мое имущество теперь принадлежит вам. Однако надеюсь, что вы все-таки окажете мне эту последнюю услугу. Я уверен. Первое, что вы планируете сделать, срубить березу во дворе, но на ней свело гнездо пара дроздов. Я прошу вас, прежде чем рубить дерево, перенесите гнездо по скриптум. В следующий раз надо купить билет на поезд у кого-нибудь похожего на меня. У нас с вами нет никакого сходства, не говоря уж о вашей фотографии в паспорте. Увы, во всей Баварии вы были единственным известным мне человеком, получившим этот билет. А ты не собираешь с собой эти? Ну прикольно, смотри, там вот написано все по-русски. Классно. Правда, там глаза все сломаешь. Он записку недостаточно близко подносит, чтобы понять, посмотреть, что происходит. Эшо, что такое? Спиритус. Хлебнешь? Мелкий. Ну вот опять все, насколько он может повернуть руку. Ну и тогда нахуй этот спиритус. Ни одной живой души. Так, направо пойдешь. Хуй что найдешь. Налево пойдешь. Никуда не пройдешь. Ладно, я понял. Пойдем, значит, направо. Это... Ты приближаешься или ты бежишь? Походу, дело приближается. Так, сохранение. Есть спуск вниз. Давай пошаримся пока в кабине. Устал? Сейчас найдем тебе кровать, спать ляжешь. Так, и что это? Кошмал ел, браток. Нихуя не сработало. Так, кружки, хуюшки. Что тут еще? Рация. Записка. Давай позыркаем. Так, дорогой Леопольд, сколько раз я молилась, Господи, прошу, сделай меня неведающей, позволь не видеть того, что у меня перед глазами. Я лишь
простой машинист и выполняю приказы, но в глубине души я всегда знал, что настанет тот день, когда я заплачу за все эти годы притворства. Больнее всего мне осознавать, что этот день настал. Я расплачиваться придется не мне, а тебе. Сегодня я теряю друга. Я не могу не спросить себя, неужели ничего нельзя было изменить? Может, если бы мне хватило смелости усомниться в приказах, мы отправились бы в последние путешествия вместе. Я предчувствую тебя, старый друг. Мне искренне жаль, что все закончится именно так. Приветствую, простите, пожалуйста. Предчувствую довольно-таки странно звучит. Так. Так, этот сдвинул, хорошо. Платформа подъехала. Все мы здесь осмотрели? Ну ладно, пойдем дальше тогда. Но опять же таки могу сказать, что в описании в жанре не написано, что это хоррор. Написано исследование, прочие дела, поэтому давай, ходите исследовать. Тик-тик-тик. Так. Пока сходим сюда. Здесь чего? Здесь ничего. Здесь тоже ничего интересного нет. Ебать, как высоко. Это бункер, блядь, построили, да? Видимо, этот бункер времен Второй мировой. Мне или туда, или на другую сторону поезда. Нет, другая сторона поезда не работает, поэтому пошли дальше. Он начинает идти быстрее? Да, начинает чуть-чуть, мне кажется. Так, здесь ничего не взаимодействуется. А там? Да, здесь рычаг, то есть мы можем поехать вниз. Давай, навались тушкой. Тут теперь все пиздец заржавело. Едем? Едем. Куда-то еще ниже. Так, а как жигу-то поджигать? Или он сам в темноте поджигает? Ух, нихуя себе, тут подземная пещера. Это вообще на людей похоже, статуя. Наверное, так и есть, статуя людей. Это я понял, это, короче, какой-то подземный город, блядь. Фашики построили. Ой, что им только не приписывали. Ну ладно. Туман, похожий на небо. Я так понимаю, выход нас ждет слева. А, вообще вот так. Хорошо. Это что такое, блядь? Призраки, что ли? Ну ладно, идем дальше. Под поезд лезть. Под вагон. Ранение. Кого он ищет? Он ищет родителей или что? Мы пока что находим записки каких-то случайных людей. Нашли только место, где ее мать, я так понимаю, с отцом фоткались. Все. Больше мы с тобой ничего не нашли. Но мне на самом деле интересно именно, что дальше, бля. Почему, что здесь происходит? Куда этот пацан лезет? Зачем он ищет себе на жопу приключений? Че здесь?
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословенна ты между женами и благословенна. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час старой нашей. Аминь. Смерти. Ладно. Это тоже никакого содержания не несет. Здесь ничего нет. Я видел то, что можно открыть дверь. А мы сейчас вон туда пойдем посмотрим. Может, тут что-то мухи, блядь. Да, медведь какой-то игрушечный. Это не твой малой? Мне кажется, этот медведь вначале был во льду, который... Ты не берешь с собой никак предметы? Какой в них смысл их осматривать, не знаю. Этого не ясно. Ну давай еще минуточек 5. Мне просто интересно, как все это здесь происходит, как работает. Пока в целом сам геймплей мне нравится. История пока непонятна. Опять флешбеки? А, нет. Противогаз. То есть там небезопасно, да? Ты намекнул на это. А, погоди, мы вообще, блядь... Да, это флешбек. Пойдем сюда. А это, видимо, могила матери. Мать все-таки, наверное, умерла. Печально. Но ты, очевидно, куда-то намылился. Тут прям пить дать. А раз ты так по сумке похлопал, типа, все собрал. И куда-то двинул. А, наверное, скорее всего, получилось так, что они с матерью были вдвоем в этом там каком-то бункере. Она за ним ухаживала, а в результате она заболела и умерла. И пацан решил о том, что не буду я тут нахуй сидеть один, пойду-ка я попробую поискать людей. И, скорее всего, он пошел искать не людей, а конкретного человека, то есть он пошел искать отца. Раз была фотография, он подумал, что это, скорее всего, отец. 01, там 04 должно быть. Это не здесь. Ну да. Кажется, найду отца и будет все нормально. Но я думаю, что его будет ожидать небольшое разочарование по этому поводу. Сейчас наверняка нам надо будет пойти в вагон, потому что здесь мы... Не, погоди, пойдем в вагон. Там дальше есть. Давай сначала вагон. Если он открыт. Он открыт. Неплохо. И свет тут горит. Я думаю, что... Вот за счет чего он здесь горит? Вряд ли за счет электричества. Электричество должно же подаваться. Дорогие мои Анна и Бартик, в поезде я все никак не могла перестать о вас думать. Перед глазами стояли ваши грустные личики, и как вы плакали и махали мне вслед. Это разбивает мое материнское сердце. Но вспомните, это ведь не первый мой отъезд. Вы знаете, как я всегда спешу вернуться домой к своим птенчикам. На этот раз я выступаю в особенном месте, и когда вернусь, привезу вам удивительный подарок. Мы можем сделать даже еще лучше. Вы напишите мне, о каких подарках мечтаете, а я постараюсь, чтобы эти мечты сбылись. Пожалуйста, Аня, заботься о своем братике. Совсем скоро мы снова будем вместе. С любовью, мама. PS. Помните, если вам захочется послушать, как мама поет, вы всегда можете включить мои записи. Короче, немножко одно за другим пазл складывается. То есть мы прочитали записку какой-то девчули, которая писала... Бабуля, я так понял, если я ничего не запутался. Но не суть. Которая писала о том, что она едет в одном поезде с известной певицей. Но у нее отдельный вагон. То есть эта певица и есть. И? Ты можешь как-то присесть? Нахуя мы это открыли? Ну ладно. Ну. Я
Ебать. Да ладно. Она нарколыга была. Ну а хули? В любое время. Чрезмерная слава плохо сказывалась, да, на людях. Библия у нее тут. Посла она тебя. Так это фотография ее детей в кулоне. Чувак их брать не стал. Ну да, мы так и поняли. Так, сейф, скрипка. Где бабки? Там украшения какие-то. Свинка. Ты точно не зажигаешь никак? Так, тут ее багаж. Слушай, неплохой вагон. Я, бля, в таком покатался бы куда-нибудь. И кровать тут, глянь, какая большая. И бар. Даже глобус. Прикольно. Да, короче, это тот вагон, где как раз-таки эта певица была, которая приехала выступать. Хорошо. То есть как-то поэтапно идет. Мы сначала прочитали про эту певицу, что она едет с какой-то девчулей в одном вагоне, а теперь прочитали о том, что певица приехала и пишет записку уже своим детям. О том, что ей надо выступать. А, мы можем... Подожди, стой. Значит, соответственно, мы можем не пройдем здесь. Если там есть прощелина, в которую мы можем пролезть, значит, здесь не сработает. Скорее всего, они заблокированы будут. Блять, нет. Не заблокированы. А я могу тогда вы... Бля, я не могу выйти отсюда теперь. Да, действительно, я не могу теперь отсюда выйти, потому что здесь не толкается, здесь чтобы никто не выходил. Ну ебать, а в рот. Это вот обидно было. Эдельвейс, словно зерно под землей мы растем в этой немецкой земле. Мы будем расти и в июле цвести, как единственный эдельвейс в горах. Маленький эдельвейс, милый мой эдельвейс, белый чудесный цветок. Стихи или песня? Ну или какая разница? Стихи на музыку, да, и так далее. Так, подожди. Но, значит, мы там сможем... Если тот проход вел куда-то сюда, а не к какому-то секретному месту, то, значит, здесь должен быть еще один вход или выход. Но вот на самом деле хотелось бы немножко уметь пробежаться. Было бы неплохо. Так, чемодан и прочее. Давай вот... Тут посмотрим, есть тут что-то, какой-то проход или пролаз. Будем смотреть слева направо. Так, здесь пройти нельзя. Здесь есть чемодан. Эй, ты чё? Так, ордена. Записочка. Пригласительное письмо. Ильзе Шмидт. ДТ. Мы рады сообщить, что благодаря вашим уникальным достижениям в области материнства вы были приглашены в Гезельшафт. Вы, а также другие женщины, награждены почетным крестом немецкой матери с одобрением Союза немецких девушек. Присоединяйтесь к Гезельшафт 19 мая 1960 года. Просим взять с собой Аусвайс, поскольку само по себе это пригласительное письмо не является входным билетом. Также напоминаем о необходимости изучить список личного имущества, представленным главным управляющим СС по вопросам расы и поселения. То есть больше одного чемодана нельзя. Так, а здесь что? Билет? О, он его взял. Нихуя себе, пацан. Ты берешь предметы? Неожиданно, скажу я. Ну, видимо, там какой-то специальный пропускной режим. Без билета туда никак нельзя. Здесь что?
Здесь ничего. Блин, такие большие пространства. Я вижу еще один чемодан, но я сейчас хочу проверить, здесь есть что-то. Здесь все заколочено. Так, давай тогда посмотрим чемодан. Машинка. Танк. Танк. Так, танк, хорошо. Дальше. Зайдем сюда. Здесь что? Здесь, наверное, можно поставить печать. Зачем? Там же нет контролера наверняка. Но печать не помешает, да? Идем, просто все по наитию делаем. Так, а записку что, только с одной можно стороны брать? Да, у него руки же, шеи растут. Так, и что? Инструкция для входа. Для входа в Гезельншафт следует данная пошаговая инструкция. Приготовьте свой аусвайс. Встаньте в очередь у окна. Отдайте служащему свой аусвайс для проставления печати. Возьмите удостоверение с печатью и пройдите ко входу в установленном порядке. Отсканируйте аусвайс с печатью на входной консоли. Аусвайс с печатью является вашим входным билетом летом в Гезельшафт. Да мы уже все сделали тогда. Бля, и чё, нихуя себе. В эти годы стояла какая-то сканирующая машина. Серьезно? Неплохо, однако. Вы тут устроились. Так, здесь ничего нет, ладно. Ты чё пыхтишь? Пацаненок. Не пыхти. Блин, как затягивает на самом деле. Ничего такого не происходит, но вот это вот брожение... А это что? Это еще один Ausweis. Icewise. Хуй, бля, я забыл, как называется. Так, ну-ка, список личного имущества. Один чемодан на человека. Ausweis, справочник, зубная щетка, кусок мыла, пара брюк, одна белая или синяя рубашка, белая одна, пиджак нет, нижнее белье две пары, носки две пары, одна личная вещь, перьевая ручка с печатью. Ладно, понятно, это неинтересно. То есть везде, практически во всех чемоданах можно его было найти. Я-то думал, я уникальный какой-то нашел. Ну да, конечно, нашел я уникальный. Так, здесь что? Здесь ничего. Я хочу вот до этих окошек дойти. Может быть, здесь что-то есть интересное. Хотя вряд ли. Мы уже зашли внутрь. И все печати поставили. Ну тогда идем к выходу. Или ко входу. Точнее сказать. Блин, так жалко, что там в этом... Про щелину я не залез. Было интересно посмотреть, что там. Правила и ограничения для поселенцев. Допускается к поправке гражданскими или в случае непосредственной опасности военными властями. Поселенцы обязаны при поступлении получать все ранее неполученные прививки. Оспа, холера, туберкулез, тиф, коклюш, дифтерия, полиомиелит, корь, чума. Прилежно трудиться и помогать нуждающимся. Самостоятельно обучаться профессии по своему выбору, которая впоследствии может пригодиться им вне убежища. Заботиться о своем здоровье, заниматься спортом, отказаться от курения и употребления алкоголя, регулярно проходить предписания медицинские осмотры, информировать власти о любых нарушениях проявления пораженных пораженческих настроений, а также странном или подозрительном поведении, делиться с комендантом своим соображением по улучшению функционирования колонии, оставаться в пределах разрешенной зоны, состоящей 90% поверхности территории колонии. Вход в запретные зоны без пропусков карается смертью. Ебать. Они, короче, решили создать идеальную землю, да?
идеальный мир. А ты ее не возьмешь с собой? Давай возьмем с собой, покуришь на досуге. Не, не возьмет. Идеальный мир, где будут все здоровые, все будут друг другу помогать. Ну ладно. Только, судя по всему, ничего не получилось. А, он свайш, да? Так. Сохранение прошло? Сохранение, думаю, прошло. Давай на этом закончим. Блин, хотел в полчасика, вышло в 45 минут. Но в целом неплохо. Я думаю, мы посмотрим еще пару серий. Мне нравится пока что, как выглядит. Все в целом атмосферненько. На этом на сегодня все. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.